или сюда, да, или сюда. Понятно. Вот, один шаг. Оп. 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 Причем, опять же, ошибка распространенная, когда вы ушли и стали на пятку. И как бы надо стартануть, а блин, еще же надо с пятки ее поднять, а потом уже стартануть. Вы остаетесь мобильнее, мобильным, оп, и становитесь на носок. И уже отсюда вы уже можете работать. Понятно? Все, становимся сейчас по воздуху на просто зеркало. И просто отходим. Раз. Два. Раз. Два. Старайтесь, чтобы ноги, когда вернулись назад, они стояли на том же месте. Вы можете там определить для себя, да? А по потному пятну. Да, по потному пятну. И поехали. Оп. Оп. Назад. Оп. 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 И обратите, смотрите в зеркало. Смотрите, чтобы ваша голова уходила в сторону, чтобы вы видели в зеркало, что находится сзади вас. Если вы не видите в зеркало, например, вот у Антона номер один, да? Если он не видит полностью, то он делает неправильно. Значит, он делает туда шаг, а голова-то у него осталась на месте. То есть, как бьют в эту голову, так и бьют. Она не чувствует. И смотрите, делай. Сердце. Да, нога не сердце. На пятку это уже потом. Нога уходит в эту сторону, в эту. И потом он это на ногах стоит, а это уже можно болевой на ноги делать. Да, да. То же самое, Дима. Нога не та. Если ты в эту сторону идешь, то начинаешь тебя с этой. Нет, это. Оп. Оп. Все, поехали по воздуху.